пока живой, пока живой, пока живой. Стреляли чуть-чуть, но не видно. Привет, привет. Просим у вас до нашего офису. Це наш медичний працівник, вона тут приймає, приймає посетителей, які на медицину хочуть допомогти. Да. А тогда, когда болит спина, что надо делать, скажите, потом я покажу. А доктор, хороший ответ. Это пугает, это выдает. Психологи работают. Видите, помещают. Индивидуально, а потом на группе уже мы общаемся со всеми. Ну это очень важно, потому что, что я видел, особенно важно и религия, и психология. Потому что да, и мы, особенно дети, дети, да, так, мы... дети на ужасное состояние. Они забыли, как писать. Часто если случилось. Я видел вчера, один очень умный, не хочет говорить и забыл, как писать и читать. Это очень часто в состоянии тревожности, кризиса ребенок находится, поэтому страдает эмоционально и когнитивные процессы страдают. Святой престол сдерживает. У нас половина работников – это тоже переселенцы. Да, а, вот интересно. И эта девушка, и эта девушка, и эта девушка. Да? И да. Тут, откуда да. Откуда вы? Что... Из Донецка. А с Донецка? Да. А вы поехали сюда когда? В феврале 2015 года. Боже, это что-то видели? Ну, конечно, да. Там, где я работала, там тоже были взрывы, там у нас стекла вылетали, попадало тоже. Было очень это все неприятно. Мы были в Краматорске, Славянске вчера. Тут у нас социальные работники. О, очень приятно. А здесь помогает в этом проекте Каритас Германии. Беженцам, да? Да, все, ну, переселенцам мы пока стараемся больше помочь. Да. Но есть часть уже немножко местных социальных, таких, да, которые очень нуждаются. Евгений, он тоже из Донецка. О, Сергей тоже. Тоже наш работник. Это у нас руководитель центра для матери и ребенка, для женщин, тоже из зоны АТО. А вы тоже оттуда? Из Маринки, Донецка. Тут у нас главный бухгалтер сидит. О, бухгалтер, это не большое значение. А вы отсюда или я? Она греко-католик. Тут у нас есть, сейчас они все выехали, здесь работников где-то больше 10, тоже половина переселенцев, они поехали на тренинг. Это помощь тоже вынужденным переселенцам, но на дому, опека на дому. Они помогают лежачим, больным. Вот они сейчас все уехали учиться. Отчеты. То буду где-то пару дней приходить на отчет. Мы можем будем на завтра. Работники есть, да? Есть. Тут волонтеры тоже. Это все вместе. Семинарист. Семинарист где? В Киеве. А в Киеве тогда скоро увидимся. Ну, ви хотіли, але вже як там хвилин 15. Є що, є кава. У нас там було, спасибо большое. Знаете, каву не п'ю. Но я если пил каву каждый раз, когда мне приглашают, я бы так нервничал бы, что я не знаю, что даже говорить. Разумею. Дуже приємно вас бачити. Спасибо, спасибо. Желаю всего хорошего. Благодарю. Это наш такой работник, который ездит по области и развозит продукты тех, кто не могут приехать.